Детская площадка, красивые дорожки, лавочки и урны на каждом шагу. Так выглядит парк в поселке Мехзавода. 2 года назад он был благоустроен, однако уже сейчас можно наблюдать засохшие сосны, сломанные качели и истоптанную траву. Местные жители высказали свои предположения, почему с одной стороны парка засохли сосны, которые были посажены здесь в 2018 году. По их мнению, за деревьями осуществлялся неправильный уход. У них был шланг, он короткий шланг. Они сюда вот... Кто сажал вот эти вот сосны? Те крайние сосны-то они нормально растут, ведь они зеленые. А сюда у них не хватило полива для полива. Эти сосны-то они сухие остались, корнюхи-то сухие. Влаги им не хватило. И они засохли, естественно. Пропали, потому что было очень жара, когда в том году они еще пропали, стоят вот год. И их никто, конечно, не поливал. За ними никто не обухаживал. Там, если, может быть, грунтовые воды немножко поближе. А здесь никто их не поливал, и они засохли. Люди говорят о том, что им очень жаль деревья. Им бы хотелось, чтобы засохшие сосны убрали, а на их место посадили бы новые. Как выяснилось, теперь и поливать деревья здесь неоткуда. Местные дети рассказали нашей съемочной группе о том, что 3 июня из парка исчез колонка для воды, а на ее месте появился бетонный люк. Дети, как и взрослые, были расстроены новостью. Колонка нужна, конечно. Так вот, кто рабочий иногда, вот где водички набрать? Ну, хорошо, кто-то вот даст воды. Но в основном люди на это днем на работе, никого дома нету, а лето жарко. Нужно, потому что вот тут некоторые дома-то, они же без воды же, вот деревяшка вот стоит вот тут. Они же без воды, они же ходят за водой туда, в колонку. Набрать воды или просто умыться в жаркий день теперь здесь не получится. Возможно, это сделано специально. Рядом с парком расположен автомат по продаже воды. Давно ли он здесь появился, неизвестно. Как и колонка для воды, неожиданно из парка исчезли и детские качели. У местных жителей есть предположение, как это произошло. Какие-то пацаны небольшие, примерно лет по 14, там по сколько. Их разобрали и утащили. А куда? Ну куда? Все в металлолом тащат. Правда, местные жители сообщили, что кража качелей случилась не просто так. По их мнению, крепления у качелей оказались ненадежными, и их легко было раскрутить. А то их поставили, через 2 недели они наклонились вот так, то их детишек прибьют там. Кто был подрядчиком по благоустройству парка, неизвестно, как и то, почему он не исправил недочеты. В настоящее время все местные жители сходятся в одном мнении. Они очень любят этот парк и хотят, чтобы он был приведен в порядок. Люди хотят видеть здесь зеленые деревья, а также новые качели, поскольку это место дети по-настоящему облюбовали. Рядом находится детский сад и школа, и каждый день ребята играют в этом парке.